Я пришел со строительства тоже, это на Дымодорстрой. Там тоже, в принципе, работа такая же, как и здесь. Здесь очень много было строительства. Гаражи строили, дороги строили здесь. При Борисенко Владимире Григорьевиче. Вот он меня взял на работу. Вот полгода ходил, ну, добился своего все-таки. И он меня взял. Здесь бригада более комплексная была. То есть здесь приходилось заниматься всеми работами. То есть и дорогу строить, и штукатурить, и обои клеить. Здесь многому, конечно, научили. Наставники были хорошие. С приходом сюда я начал заниматься очень активным спортом, получается, зимним многоборьем, полиатлон называется. Вот. Участвовал в 7 спартакиадах РАО «Газпром». Вот. Ну, в призерах не был, но на фоне этого я выполнил мастера спорта. Вот. Не я один, конечно, но это благодаря тренеру. Был такой тренер у нас, Вебер Александр Александрович. Он уехал сейчас, тренирует там на Алтае. Вот он меня довел до мастера спорта, можно сказать. Человек не одной работы же жив, получается. И спорт должно быть ее разное направление. Кто-то чем-то любит заниматься. И это помогает тоже и в работе. Мой рабочий день начинается с планерки на работе. Собираемся в одном месте, на 10-15 минут у нас специально есть бытовое помещение для этого. И руководство нам раздает задание на день. Сейчас работы очень много везде получается, по всем объектам. Сейчас были на Бованенковском месторождении, вот, на Имсовейское, юбилейное месторождение. Вот мы сейчас по этим, по общежитиям делаем ремонт. Задания бывают от укладки плиты и до поклейки обоев. То есть разные они получаются. Поэтому тут уже смотрят, как начальника по объемов, сколько надо норму примерно выработать. Ну, люблю свою работу, вот так можно сказать. То, что с удовольствием. Потому что эта работа, надо получать удовольствие. Иначе тогда смысл ходить на работу вообще нет. Я считаю, что «Газпром» добыча на дым – это, ну, как стабильное. Стабильное и надежное. Есть. Получается, если я уже проработал 22 года здесь уже, я знаю, что такое уже, что уверен в завтрашнем дне. Коллегам я желаю, чтобы занимались спортом, а компании – процветания.